вот оно, Антохина, доброе утро, да, сынок? Стой. А чё? Антоха едет сейчас в Пластуновку на репетицию. Не знаю, может, там уже будет школьный автобус. Так, Фонечка завтракает, я уже домой приехала, Антошка поехал в Пластуновку. Потом мы его заберем. Ну, напишет, когда, да. И заберем, да, сынок? Там долго? Ну, аж до 12 сказали. Это долго. Так зачем ему телефон? Ну, он позвонит, когда приедет в станицу. Так ты сама посмотришь на часы, когда он приедет в остановку. Я сейчас взяла плечики, иду вывешивать Антохин костюм. Зачем? Афоня тут с Марсиком играет. Говорит, я хочу Марсика замотать, да? Марсик! Марсик! О, я. Ты мой хороший. Ты хочешь с ним как с Лялей? Да. Рубашку я уже простернула сейчас. Вот эту вот, как это называется, черкесская или как. И вывешу ее на плечики. Будет стекать, сохнуть. Да, так, Антошина вывесила, будет сохнуть костюм. Вот, сейчас у него тут стекает. Сильно его не выкручивала, чтобы все-таки он сильно не помялся. И нам его нужно будет вот здесь вот по спине ушить, вот это вот распороть, то, что здесь ушито, и прям здесь вот до пояса, а еще плюс пару сантиметров, в общем, будет вот такая сзади складка, потому что Антоша у нас худенький, стройненький, я бы даже сказала. Что там делает этот молодой человек? У него утренние процедуры, да? Вот такая вот вода, и мы заливаем перекись. Чтобы вода зеленая не была. Да. И вот уже, а наверное... Если не наливать, она будет зеленая. Да, я даже не знаю, больше месяца или месяц, сколько, вот, не нет, помню. Она уже где-то неделю у нас. Да, больше, больше. Но у нас уже неделю. Ну, как вода? Холодненькая, наверное, да? Не обманывай. Обманываешь? Давай. Хорошо? Да. А так как мы сегодня не вяжем, то мне сейчас нужно будет здесь поднести. Вот, а у нас такой прикол. Родители не увидели одну коробку щавля. Вчера ездили на рынок. И говорит, мама, мы дома утром считаем, а 20 штук как раз не хватает. Как раз целой коробки. Думали, что, может быть, это я так ошиблась, обсчиталась. Приезжают, а она стоит, ждет их. Представляете? Ну, такое тоже бывает. Поэтому сейчас это все поедет в магазин «Корзинка». Вот. Афонька здесь загорает. Ты загораешь, сынок? На воде плаваю. Оля недалеко. Я даже ничего не снимала, потому что приехали девчонки. Коля следила за Коляном. У нас там дискотека была, знаете, такая, чуть в Инстаграм. Сняла, мы там танцевали. Все, короче, развлекали Коляна. Вот, а потом Степа забрал всех. И я... Вымыла пол везде. И сейчас вот едут только за Антохой. 3 часа. И вот до 3 у них была репетиция. Сейчас заберу его, и мы с ним поедем в магазин, потому что он хочет купить ингредиенты и сделать, попробовать слайм. Не знаю, ваши дети делают слайм вообще? Как вы к этому относитесь? Меня он немножечко бесит, этот слайм, из-за того, что он пачкает одежду. Вот, ну сделаем, попробуем. Стой. А, вот пошли сейчас.
Ну расскажи, как вы так долго-то? Нормально. Можно сказать, что мы, ваша группа больше в телефонах сидела. Да? Да. А что, вы не репетировали? Нет, мы чуть-чуть совсем. А, и ждали старших, да? Заехали в оазис, покажи, что мы купили. Хотели ингредиенты купить для слайма, но здесь продаются вот такие вот... Да, светящийся какой-то будем делать. А мне понравился вот этот вот салатник. Смотрите, какой он. Какой он классный, не знаю. Да? Ну, здесь просто не принимают карточку. Я бы купила, мне кажется, он потрясающий. Да, Фоньку забрала. Он обиделся на меня очень сильно. Да, сынок? Не знаю, наверное, купался, но обиделся, бабушка. А потому что я Антоше купила этот, как его, делать слайм, а ему не купила. А ну, потому что в оазисе принимают только наличку, карточки не принимают. Понимаешь? Ну, что, он же поделится, вдвоем буду делать. Можно вдвоем? Нет, надо сначала обидеться, а потом делать. А-а-а. Антоха тут занялся слаймом. Получается, да? Оно должно вот так отлипать, да? Загущается. Вот загуститель. Угу. Вот загуститель. Так, Люся. Так, ты едешь? Мама. Собрала тут наши вещички, вернее, Антохины. Мама, рубашку, вот этот костюмчик. Едем ушиваться. Мама, смотри. А я вот... У нас тут был дождик. Да, сынок? Да. Ну, сейчас он закончился, но мы надеемся, что... Его больше не будет сегодня, но там ночью стоит, что опять дождик. Будем смотреть, в общем, да? Сейчас едем Антохе ушить костюмчик. Да. И домой доделывать пряники, да? Когда дождут? Да. Ты прекрасна. Примеряешь сторис? Нет. Не свободные руки. Родные. Нет, просто опять это вот Юлька думает, что мы тебе детей привозим, бедная, несчастная. Ты вот одна со всеми детьми там. Какая Юлька? Мы и вот здесь. Да? Она мне говорит, вы детей привозите? Мам, мне нужно вот здесь подшить. Да, сейчас все будем подшивать, сынок. Вот здесь, чтобы вот тяжко было. Получается по плечам как бы, да, надо смотреть? Ну, родня, нам нужно так смотреть, да, и по плечам, и потом здесь, там у нас должна быть обтяжка. Вот живот должен быть, оно как бы все должно быть, это, знаешь. Я сейчас закажу. Ребят, ничего не снимала, потому что делала пряники. Вот что у меня получилось. Вот такие вот цифры, надпись стиле поп-арт. Набор Бэтмена. Вот такой вот... босс-молокосос, вот наборчик синего трактора и рога, и рог, и ушки единорога. Вот такие вот пряники. Естественно, это время, которое я трачу. Все, я сейчас спать, причем достаточно рано, 12:35. Все, всем до завтра. Пока!